20 ноября 2022 год. Исторический день для Казахстана. Буквально через несколько минут по всему Казахстану откроются избирательные участки. 447 из них откроются в области Жетысу, 58 в городе Талдыкурган. Государственный гимн возвестил о начале голосования. Не успели смолкнуть его последние аккорды, как на избирательном участке номер 974 появились первые голосующие. После сверки удостоверения личности и отметки в списках женщины исполнили свой гражданский долг, отдав свои голоса за выбранного кандидата. Сегодня такое замечательное утро. Сегодня мы пришли на выборы. Я как патриот своей родины, патриот своего Казахстана, я пришла голосовать с чувством гордости за свой народ. Не знаю, это утро для меня очень такое знаменательное, никогда не забывающее утро. Несмотря на дождливую погоду и ранний час, в одиноких пешеходах можно без труда узнать настоящих патриотов, которые спешат на свои избирательные участки с тем, чтобы сделать свой выбор. Для создания хорошей атмосферы в фойе Дома культуры инструментальный ансамбль имени Мукана Толибаева исполняет популярные народные мелодии. Наш музыкальный коллектив из 50 человек распределился на группы и сейчас находится на избирательных участках. Мы дарим настроение людям. После своего выступления каждый из нас отправится на свой избирательный участок и проголосует. В числе первых проголосовавших сегодня на участке 974 и аким области Жетысу Бейбит Исабаев, который пришел на выборы вместе со своей супругой. После прохождения всех необходимых формальностей избирательный бюллетень опущен в урну. Проголосовав на выборах президента, я воспользовался своим конституционным правом. Я проголосовал за будущее Казахстана. Я верю в будущее моей страны. С тем, чтобы каждый голосующий смог запечатлеть этот день на свой смартфон, не мешая процессу голосования, при входе была организована специальная селфи-площадка, чем и воспользовались мы вместе с коллегами. А это уже избирательный участок номер 979, расположившийся в Жетысусском университете. С раннего утра здесь отмечается большая активность молодежи, которая пришла сделать свое волеизъявление. Есть среди них и те, кто участвует в этом политическом событии впервые. В честь этого для них небольшие памятные подарки. Мне недавно исполнилось 18 лет, и я впервые голосую. Признаться, очень волновалась, ведь сегодня я вместе со всеми решаю судьбу своей страны. Я за новый Казахстан. Несмотря на непогодные условия, дождь, явка неплохая на нашем участке. Из всего число избирателей 2576 человек. На данный момент, вот к 10 часам, уже проголосовало порядка 300 человек. Я думаю, что люди проголосуют. Где-то обычно пик приходится на обеденное время, где-то с 12 до 2-3 часов. Ожидаем вот наплыв избирателей именно в это время. Как и все граждане страны, я сегодня сделал свой выбор и отдал свой голос за выбранного мной кандидата. Каждый из нас должен знать, что сегодня мы выбираем свое будущее. Будущее не только свое, но и своих детей. Голосуй, иначе проиграешь. Антон Хатиновский, Абзал Мусипов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган.